Определено самое красивое подворье Хабеза, жюри, в состав которого вошли члены общественного совета аула и представители администрации сельского поселения, рассмотрели заявки участников, выразивших свое желание поучаствовать в конкурсе и показать благоустройство домашнего очага. Фатима Даурова расскажет, по каким критериям победитель обогнал своих соперников и заслужил титул обладателя самого красивого подворья Хабеза. В семье Тутовых всегда было принято уделять особое внимание внешнему виду двора и внутренней теплой атмосфере домашнего очага. Это все удачно совмещалось благодаря наставлениям старших и послушанию младших. С детства дети привыкали к тому, что уют в доме – дело рук самих домочадцев. Раннее утро бабушка Лейла встречала, ухаживая за своими любимыми цветами. Страсть к живой красоте она привила и своим детям. Когда еще была маленькой, у нас во дворе мама всегда выращивала, сажала эти цветы, и все удивлялись, все останавливались, заходили, смотрели. Это, наверное, от матери я получила такое продолжение, наверное, да? Она и сейчас, ей 90 лет, моей маме. Вот 11 сентября мы отпраздновали 90-летие. Тем не менее, и сейчас она старается ухаживать за розами. У нее один кустарник, любимый кустарник роз во дворе. Оформив заявку на участие в конкурсе, на самое красивое подворье, семья Тутовых не ожидала, что станет победителем, обойдя своих соперников. Всего претендентов на главный титул было 6. Но жюри строго выбирало по критериям – ухоженность, дизайнерское решение и оригинальность. Комиссионно ходили в каждый двор, их было 6 дворов, смотрели по номинациям, по пунктам, все ставили оценки. То есть на его мы видели, как они следят за своим подворьем. Честно сказать, посмотреть было на что. Очень было приятно, потому что именно те люди, к которым мы ходили, действительно постарались, действительно живут очень красиво. И как говорит Фатима Тутова, чтобы поддержать уют во дворе, особых материальных затрат и не нужно. Только любовь к труду и желание каждое утро видеть красоту за окном. Руками можно многое сделать. Почистить, посадить. Цветочек можно найти, посадить. Можно ухаживать тоже можно. Для этого особых затрат и не надо. Просто надо любить красоту и чистоту. Владимир Микитов тоже из числа тех энтузиастов и перфекционистов, для которых важно, чтобы все было вокруг ухожено и чисто. Он несколько лет боролся с мусором на улице около своего дома, пока его не посетила оригинальная идея – облагородить место так, чтобы людям стыдно было выбросить даже обертку от конфетки. Со временем в конфетку превратилась прилегающая территория и только благодаря его настойчивости и усилиям. Яркие клумбы, зелень, радующие глаз и тихое место, где можно вечером посидеть после тяжелого рабочего дня. Организаторы конкурса надеются, что такая инициатива жителей Хабеза станет примером для всех, и уже к следующему году к борьбе за образцовое подворье присоединится больше участников. Фатима Даурова, Марина Кушпова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабезский район.